Мы не опираемся в нашей работе только лишь на учебник, а стараемся использовать по максимуму современные медийные средства. Наши кабинеты оборудованы интерактивными досками. Мы применяем новейшие разработки издательств немецких. Часто применяем на занятиях работу с фильмами и музыкой. То есть стараемся максимально разнообразить наш рабочий процесс. В нашем обучении мы используем самые современные технологии. В частности, мы сейчас развиваем очень сильное направление смешанного обучения. Это когда слушатели частично посещают занятия в аудитории и частично работают дома на электронной платформе. Они это могут делать не только дома, но и, например, в путешествиях или на работе. То есть это делает процесс обучения гораздо мобильнее, чем просто посещение занятий в какое-то определенное время. Мы обучаем по единым стандартам европейским. И слушатели, приходя к нам на курсы, могут начать обучение с начального уровня А1, продолжить это обучение в другом центре немецкого языка, или, если есть такая возможность, поехать в Германию, и их будет сопровождать единая программа, единая поддержка Гёте-институтов.